Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и показать вам такой мокрый овощ. Мокрый, потому что вытащила его из холодильника, и он тут же покрылся испариной. Патиссончик, замечательный летний овощ, который вот сейчас наряду с кабачками можно найти в зеленых лавках, на рынках и так далее. Ну, он подороже будет, чем кабачка, потому что он не так распространен. Хотя и по составу, и по вкусу, в принципе, разницы особой нет. Но для разнообразия почему-то, почему бы и нет. Это тарельчатая тыква, еще называют его, да. Понятно из этого, что это родственник тыквы, а тыква, как мы знаем, тоже замечательная штука. Но тыква оранжевая, потому что в ней витамина А много, а в патиссоне другие достоинства. Там калий, насколько я помню, другие витамины, конечно же, клетчатка и вода. Именно поэтому патиссоны такие низкокалорийные. Всего 19 калорий. Ну, это смех, просто смех. Поэтому, если вам нужно приготовить быстренький гарнир к ужину, к мясу, к рыбе, при этом вы стремитесь к стройности и легкости, патиссоны, как и кабачок, это ну, идеальный практически вариант для летнего ужина. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Переходите по ссылкам, которые пойдете, найдете под видео. Там будет много важного и интересного. И, конечно же, оставайтесь на связи. И все у нас с вами получится.